Всем привет, с вами Никитос. Сегодня мы вот на таком сайте. Если вы хотите заработать голду для World of Tanks, либо там для какой-то другой игры, то вам поможет этот сайт. Ссылка на него под видео. Так, у меня уже 10 монет. 110 монет. Так. Допустим, вот, смотрите. Сейчас я расскажу, как здесь зарабатывать монетки. Самое простое. 5. Так, выполнить. Что? Вот просто нажимаем. Так, перейти на страницу. Давайте купить группу. На самом деле, можно просто потом это... Как бы... Просто потом... Допустим, удалить со своей страницы ненужное. Так, закрыли. Получить бонус. 115. Очень просто. Давайте выполним, может, какое-нибудь тяжелое, не знаю. Давайте я сделаю отдельную серию. Кстати, чтобы мне получить этих 100 было вот такое же задание. Я скачал... Сейчас, извините, тут... Так, я скачал вот эту вот игру, давайте я на нее сделаю обзор после этого видео, и вы узнаете, что это за игра. Так, какой-нибудь еще выполнить лег. Кстати, я никогда не знаю, что насчет вот этого. Я никогда... Там просто написано то, что это все выполняется. Что это? Так. Непонятно, у нас почему-то запустился Watch Dogs. Не знаю почему. 5 уровня. Блин, что-нибудь легкое. 25 монет. Вот 50. Вот сделай новую регистрацию до 6 уровня. Почему? Блин, это тяжело будет. Есть даже вот купить что-то. А вот 5 есть. Что тут надо? Нет, слишком уж мало за такие деньги выполнять. Чтобы было легче выполнить, я даже не знаю. Ладно, давайте еще раз наверху посмотрим. Сейчас обновить. Где? Обновить. Блин, нового ничего не появляется. Ну ладно, давайте вот это, допустим, попробуем выполнить. Ладно, скачать. Если он вам не нужен или он у вас уже есть, можете его удалить. Так, первый момент. Понятно, комета у нас запрещает. Такая у нас комета. Ладно, не будем тогда, ей не нравится. Так. Что же выполнить? Ну, давайте вот это. Получил ссылку по СМС. Так, ссылку по email. Ладно, я сейчас нажму паузу. Зачем вам смотреть мой номер? Ладно, я решил это не делать. Там, короче... Это просто вы не поймете. Что-нибудь давайте лучше выполним на компьютере. Вот есть такая бонус, начислится за участие в 20 гонках. Ну это как-то, блин, столько мало. Игра. Ну, чисто за регистрацию через email нового уровня. Я зарабатываю деньги. Уровня. Даже не знаю. Короче, давайте сделаем полную серию. Мне кажется, вот по этой игре 200 даже заплатит. 200. Начнем. Такая у нас вот открывается страничка. Пока что ожидание. Так, что же у нас тут? Что это?
Ну, тут она с ним, короче, разговаривает, чтобы время не терять. Что это, ваш ход? Да уж, не ожидал, что такое будет. А, так тут еще вон что. Подсказка. Все, понял. А, это еще и на время. Что тут? Красненькие, да? Нет, вот зелененькие. Так, нам нужно еще до уровня дойти, не забывайте. Так, ваш ход. А, я еще с кем-то играю. Быстрее, 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 быстрее. Вот. Ой, вот. Так. Yes. Победа. Нет, мы еще встретимся. Хранить. Так. Как... Типа, посмотри, какой у нас уровень. За это 200 дадут. Я думаю, имя персонажа. Ну, как всегда, Никитос Мир. Сейчас, ой, русский. Так, вот. Так, запрещенный символ. Так, ну смотрите, при этом галочка. Зарегистрироваться. Окей. Блин, запрещение, окей. А, блин, персонажа-то выбрать надо было. Ну, какая разница? Первый день. День первый. Что это? Я думаю, это количество игроков так. Понятно. Крутить. Так, как нам бриллианты? 160 монет. Где нам монеты взять? Надеюсь, не за настоящие деньги. Один комбо. Ха. Ладно. Ладно, короче, я покажу просто, как снять деньги, то и так уже много, по так вот. Жмем. Выбираем танки, если он нужен. Тут надо указать. Подтвердить. Вот. Мне он еще не пришел. Так, вот он пришел. Набираем. Ой, не набрался. Подтвердить. Ну и это я уже делал. Моя регистрация в игре. И 100 валют. Ладно, тогда жмем. Сейчас я введу все и опять вернемся. Так, чтобы вы не думали, что я вру, зайдем в танки. Так, играть. Сейчас у нас загрузится все. Сейчас ждем. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Пропускаем. Войти.
Так, ну что? Вот в данный момент у нас сколько? 291. Заходим на сайт. Количество валют. Ну, мы, допустим, 100 сейчас. Ну, количество валют, которые вы можете вывести. 46. В смысле? Ну, ладно. Я нажал продолжить, и мы ждем. Вроде в танках тоже ничего пока что. Так, тут что-то вот выскочило. Про премиум аккаунт. Понятно, 46 получается вести. Ладно, выберем. Сорок шесть единиц золота. А, понятно, все. Так. 5 у нас тут смс-ка пришла. Сейчас. Вводим ее. 7, 5, 6, 7. Блин, опять мы не ввели. 7, 5, 6, 7. Секреты. Так. Не ваш запрос на выбор. Все. Вроде удалось. Да, это удалось. С вами был Никитос. Всем пока. Пишите, если что, в комментариях задавайте вопрос. Всем пока.